Мои хорошие, моему директору приходит сообщение, что меня ждут люди в торговом центре «Мадагаскар», и что обманным путем вас заманивают туда, говорят, что я приеду. Я не в курсе вообще этого. Я первый раз об этом слышу. Я вижу просто фотографии, как вас много, что вы стоите с цветами. Я обещаю, что я этим вопросом займусь, и тот человек, который вас обманул, еще брал с вас деньги, мы будем этим разбираться серьезно. К сожалению, многое зависит, не зависит от меня, простите. Мне настолько обидно, что спекулируют моим именем, продают мои автографы. Я никогда в жизни никогда не буду продавать это. Я, если встречаю с вами, то эти фан-встречи исключительно бесплатно. Мы сейчас подключаем наших юристов, чтобы они разобрались с этим жутким обманом, потому что там стоят люди уже 3 часа. Я вообще нахожусь на спа и готовлюсь, сейчас поеду готовиться к спектаклю. И ни я, ни мой директор, ни команда не в курсе была этого.